On your body, performing just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, 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 about a liter. If you're keeping up, you should keep it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I. Сейчас с горки покатишься. Давай. Ой.
Блин. Поезжай, я не вижу тебя, где ты там? Все, приехала? Куколка. Ты мой весь мир вспотел. На куколку. Чё?
Что, Ева, нравится? Да. Прикольно, да? А? Прикольно, да? Да. Костя, попробуй. Да, я тебя попробую. Прискакала. Вика, попробуй, нажми туда ручкой. Нажми ручку вот так вот. Надави туда ручкой. Я покажу, ручку. Давай сюда ручку. А за ручку, да? Добрый вечер, с вами Любовь, и это прямой репортаж новостей. Мы из самого эпицентра событий ТРЦ «Кукуруза». Сейчас мы празднуем день рождения Артема Казакова. И с места событий сейчас предоставим несколько интересных снимков. Ожидайте, будет очень весело. Прямой репортаж с места событий. Это, собственно, именинник. Это Ева Владимировна. Это Любовь Андреевна и ее дочь Анжелика. С места событий прямой репортаж проводила Любовь Менщикова. А это Ева решила выехать. Но она чуть не застряла в проеме. Что приводит на мысль. Наверное... Она выросла. Сейчас чуть не... Сейчас мы видим место преступления.
Артем в порыве гнева решил закидать ему шар. Но Алина как спасла. Но Алина пришла и как могла защитила. А мы всего лишь наблюдатели. И мы не будем входить в это положение. И мы не будем ничего решать. Пусть они сами разберутся. От боевых действий пострадал Артем. Но потом он быстро встал. Но там видим других людей. Мы видим Анжелику и Алину. Они зашли в домик. А теперь я главный репортер. Беру этот шарик и закидываю его нахрен. Этого Тёмы. Это Ева, и она решила покорить Эверест. Она решила повторить то, что повторяла Алина. А это Артём. Он бежит ей помочь. Но мы не знаем, чем это все закончится. Скорее всего, тем, что Тёма просто уходит. А это Любовь. И она тоже так же ведёт прямой репортаж. Любовь, скажите, пожалуйста, каково это быть репортером? Это очень нелегкая. Тёма, тебя что, выкинули оттуда? Вы посмотрите, они упали. Тёма получил ранение, шаровое ранение. Но смотрите, о чудо, он воскрес. Он встал. Два репортера. Любовь и Любовь. Любовь Меньшикова и Любовь Васильева. Если Кайгородова хочет назвать. И мы ведем прямые репортажи в честь дня рождения Артема. Вот смотрите, когда я не вела репортаж, меня ни один ребенок не просил. А сейчас мы видим Анжелику. Она сама одиночно пошла прыгать. И застряла по ходу. Репортаж продолжается. И мы снимаем, как наши дети прыгают на батутах. Нет, а что? А почему бы и нет? Мы видим Анжелику. Она пытается слезть. Но что будет дальше? Получится ли у нее? Алина прыгает на шариках. Вы посмотрите. Она покоряет шаровыми. Это Любовь. Она села. Наконец-то. Дети все-таки дали ей посидеть. А это Алина. Сегодня она играет роль попрыгуньи. Она сегодня покоряет мир спорта. Вы видите? Она достигла своего успеха. А это Ева. Ева, скажите пару слов. Ага. Скажите пару слов о сегодняшнем мероприятии. Я папарацци. А это Артём. И они решили покорить вершину. Ева, я вас снимаю. Что вы хотите сказать свое оправдание? Что вы делаете? И она уехала с этими словами. Мы были рады с вами пообщаться. Пока. Не снимайте. Будем поиграть. Вошел. Какие? Подожди. Тёма, давайте расскажем. А это Артём. И он батонится. А это мать именинника. Скажите пару слов о этом дне рождения. Мать именинника. Любовь Андреевна, мы слушаем вас. Просто шикарно. Без комментариев. Так, она сказала без комментариев. Хорошо, мы поняли. А что тебя останавливать? О, спасибо. Анжелика. Это Анжелика Ивановна. Она думала покататься, но ее переубедили. А это Алина. И она снова в шариках. А Ева... Мы потеряли Еву. Она ушла. Есть. И я думаю, наш репортаж надо продолжить за столом. Лика спряталась в домик. И ты кто тут? Домик? Ты в домике сидишь? Спряталась. Ух ты! Ах, вот ты где выполз. Какая же прикусь. Так, мы ведем репортаж с нашей кухни. Мы пришли перекусить. Ну, Ева пришла перекусить.
Вот. Что тут у нас имеется? Сок. Лика хочет сок? Я вам открою сок, пожалуйста. Вот, это у нас девчонки. Пьют сок. А это Эльза и Бамблби. Прямой репортаж с места событий наши ребятишки пройдут. Вот Анжелика. Ликуся и Егуся. Ликуся и Егуся. Наши матрешки. Литонька. Ликуся. Кто там, рыбки, Лика? Немного важным. Я сижу, жду Любашу. Сейчас они должны прийти с Ликусей, с Линой. Они вышли пока. Мы с Евой, с Артемом и с Ликусей тут их ждем. Мы будем проводить много прямых репортажей сегодня, чтобы вам было весело, чтобы вы не скучали. Так что давайте усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Еще интереснее. Мы хотим взять интервью у Евы. Что вы хотите пожелать имениннику сегодня? Шопрос. Что? Шопрос. Шопрос? А еще что? Шопрос. Я поняла. А что еще вы пожелаете имениннику? Я не знаю. Я пойду. Ну как так? Сегодня день рождения у Артема. А вот и сам именинник. Тёма, скажи пару слов о себе. Тебе нравится сегодня? Да, очень. А что тебе нравится? А то, что мы на батутах там прыгаем, прыгаем в кубики в эти мягкие. Нас с дедой поговорим. Деда, привет! А еще мы возьмем интервью у Любовь Андреевны. А? Как вам сегодняшнее мероприятие? Спасибо! Вы рады сегодняшнему мероприятию? Да. Это лучше, чем в Туринске. Как ни крути, все равно лучше. Это точно. Что-то новое. Что вам больше всего понравилось? То, что счастье у детей. Вот то, что они все мокрые, радостные, шевелятся, бегают. Как тараканы. Шевелятся, бегают. А теперь мы с Любой решили сыграть в хоккей. Любовь, ты готова мне проиграть? Ну что? Короче, вот так вот кидаем, и мы должны... Он не должен попасть в дырку. Вот эта дырка. Так издалека, наверное, стрелять-то надо, да? Ну, видишь? Интересненько, да, издалека? Ну, ты игрушек набрала, конечно. А потом надо будет за собой убрать его. Можно я один раз тоже запульну? О, меня хоть раз поил. Мать и дочь играют. Ева. Мама тебя первый гол забила. Тёма с Ликой там играют. А это мои ножки. Отдыхают тут немножко. Это дочь моя закидывает меня. Но я беру мячик. Хоба!
Хобана! Хоба! Артамон! Зря ты так лег. Тёма, она сейчас пнёт ведь тебя? Тёма, уйди! Тёма! Борьба. Ну что, дети, нравится вам? А через 15 минут мы уже уходим. А потому что все кончилось наше время. Печально. Ну что, Тёмка? Мама, смотри. Опа! Приди. А, Ликуська упала. О, Тёма, вытащи ее. Ликуська там упала. А Тёма ее спасает. Молодец, Тёмка. Давай, мой ребенок. Опа! Нырнула. Ева, нормально все? Опа! И видно только одни косички. А где у нас Алина? Алина? Дети, найдете Алину? Я вижу ее. Ребятня. Аккуратно прыгни на нее. Что, тебе помочь, Алина? Алина? Ух ты, ты молодец, сама. Надо собираться. Ну что, тетя Люба? Что? Еще одна Люба. Две мамы Любы. И наши дети. Ну как наши? Твои и мои. Тёма напоследок решил прокатиться. Ну что, все? Еще раз хочешь? Пойдемте собираться, дети. Ну что, приедете к нам снова в Тюмень? Да. Ликуся, пойдем, моя хорошая. А сейчас уже уходить надо будет. Пойдем к маме. Пойдем к маме. Где мама? Лика, где мама? Вон она, мама. Мы закончили наш репортаж. Мы возвращаемся. Мы хорошо отпраздновали. Дети все довольны. Мы тоже весьма довольны. Сейчас будем заходить в лифт. Вот, все дети тут и тут. Так что наш репортаж еще продолжится. Вот лифт. Вот лифт. Вот лифт, да. Это мы едем на лифте. Дети. Один этаж. Дети, алло, Тёма. Алло. Или прямо на подходе. Мы идем домой. Вы не туда идете, дети. Нет, нет. Снова репортаж. Мы идем вот такого красивого здания. Называется «Паруса». Такое высокое и шикарное. Мы идем домой. Ты блогер. Надо самой снимать влоги уже. Ты сегодня вообще разошлась, молодец. Вот ты давай, заводи себе канал. И все будет. Дети, стойте. Так что сегодня мы идем. А это ЗАГС. Такой красивый ЗАГС. Короче, мы идем снова. И мы ведем репортаж прямой от свечи. Я тебе сейчас тресну. Вот эта свеча. Она горит. Дети идут радостные. Кто-то ревет, кто-то идет. Потому что не купили свои. Поэтому у нас купились. Ну, бывает. Вот эта красота. Свеча. Она очень красивая и очень шикарная. А это мы с Любашей. Хорошо.